Сегодня в Центре традиционной тувинской культуры прошел конкурс среди дошкольных образовательных учреждений. Так, по словам организаторов, дата проведения мероприятия не случайна. Буквально на прошлых выходных республика отпраздновала День отца, а в это воскресенье будут отмечать свой праздник мамы. Конечно, вот такие конкурсы, когда участвует мама, папа и ребенок данной семьи, укрепляет семейные ценности, семейные отношения. Они более вот друг друга узнают более, да, близко, более вот дружелюбно, так скажем, то есть между отцами, мамами, папами, да, вот данных семей, то есть между членами семьи, конечно, создаются уже другие связи. Где-то они проявляют себя вот в другом немножко ракурсе, да, чем семье, допустим, или на сцене. То есть вот это способствует именно укреплению семейных ценностей и отношений. За звание самой лучшей семьи соревновались 14 команд. В задание вошли несколько пунктов. Первый из них – это визитная карточка. Среди участников были и интернациональные команды. Семья Алдынай и Кюнет Чичкановых решили участвовать в мероприятии еще несколько недель назад. Дочь пришла из детского сада и рассказала о конкурсе, где все должны быть в национальных одеждах. Как тут откажешь ребенку, признается глава семейства. Вот в том-то и дело, что другой национальности я бы хотел узнать поближе культуру этого прекрасного народа. Я уже здесь живу много лет, и также очень интересует меня их культура, их традиции. И мне очень понравилось, и именно поэтому хотел еще выступить. Ну и еще жена моя, дочь, вот и они, чтобы тоже не забывали свою культуру, дальше продлевали. Далее участников оценивали на знание устного народного творчества. Задание – отгадать загадки и часть поговорок. Кроме того, мамы показали мастерство в искусстве прядения из шерсти. Тем временем дети продемонстрировали умение играть в кости-кожик. Также семей оценивали и в номинации «Талант». Конкурс проводится в целях пропаганды и повышения общественного престижа семейного образа жизни, ценностей и ответственного родительства.